представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Елена Александровна. Елена Александровна, вы давно здесь живете, вот по этому адресу? Ну, тут дядя мой хозяин, ну да, живу давно. Ну, сколько лет примерно? Пять лет, может. Пять лет, да? Вот то, что вот на этих днях произошло, вас вот подтопило, это не первый раз или только впервые? Ну, я вообще пытаюсь уйти отсюда, да. Ага. Понятно. А это жилье у вас муниципальное или в собственности находится? Собственное. В собственности, частная, да? Собственность. Ага. Ясно. И когда вот вас там впервые затапливало, вы куда-то обращались с просьбой? Вот, МЧС вызывали. МЧС, да? Какую вам помощь оказывали? Ну, выкачивали воду. Выкачивали воду, да? И все, да? Бывало, некоторым компенсации платили соседям. Но сейчас вам, я не знаю. Вам не платили? Нам нет. Так. А что вы знаете с соседями вашими из 108-го дома? Там что произошло? Дом вот завалился. Завалился совсем, да? Никто не пострадал? Да вроде не знаю. Мне никто не говорит ничего. Я боюсь у них спрашивать. Ага. Вы не знаете, кроме вашего дома и 108-го? Да вся улица. Вся улица здесь, да?